Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. И сегодня мы рассмотрим брокера бинарных опционов Quotex и его новый обновленный функционал. Последнее время у брокера часто меняются домены из-за отсутствия лицензии CBRF, но это не означает, что брокер является мошенником, и у него можно как и раньше торговать бинарными опционами. Все актуальные адреса сайта брокера вы всегда можете найти на нашем сайте. Основными преимуществами данного брокера можно считать минимальный депозит всего лишь от $10 США, так же как и минимальная сумма вывода. Вывод средств занимает от 1 рабочего дня. Для торговли представлено множество активов, включающих валютные пары, сырье, криптовалюты и акции. А для анализа брокер Quotex предоставляет графические инструменты и индикаторы. Доходность по опционам может достигать 92%. Если вы хотите узнать, что поменялось у брокера за прошедший год, то вы можете посмотреть предыдущее наше видео про обзор брокера Quotex. Найти данное видео можно на нашем YouTube-канале. Платформа брокера Quotex существует уже больше года, и на ней довольно удобно и комфортно торговать бинарными опционами и проводить анализ. Она имеет удобный график и функционал. Но начать обзоры и обновления брокера стоит, конечно же, с торговых активов. На платформе брокера представлено более 20 валютных пар. Также есть более 10 индексов разных стран с ведущей экономикой. И помимо этого есть несколько криптовалют и сырьевые товары. Процент выплат по бинарным опционам может достигать 92%. И в дополнение у брокера с 9 до 6 вечера по Москве работают фиксированные проценты по выплатам для нескольких валютных пар. В данном случае это 82% по евро-доллару и фунт-доллару. Если говорить о самой торговле, то на платформе брокера доступны экспирации от 1 минуты и до 4 часов, а при желании можно выставить и дробное время экспирации, благодаря чему можно покупать опционы с длительностью, к примеру, в 1 минуту и 17 секунд, или в 2 минуты и 30 секунд, или с любым другим временем. Также можно переключиться на текущее время, чтобы более удобно выставлять экспирацию. Перед покупкой опционов необходимо ввести сумму сделки. И сейчас у брокера есть возможность выставлять не только сумму в валюте депозита, а и в процентах от депозита. Поэтому при желании вы можете переключаться между этими режимами, если используете риск-менеджмент в торговле. Все совершенные на платформе сделки будут отображаться в специальной вкладке под торговой панелью. Для примера давайте купим опцион call на $1, чтобы посмотреть, как это выглядит. И как можно видеть, если развернуть информацию об опционе, то его можно продать досрочно, но намного дешевле. А также можно посмотреть другую подробную информацию о сделке, где можно видеть время открытия и закрытия опциона, его экспирацию, а также сумму сделки и прибыль. Если смотреть на сам график, то там можно видеть цену открытия и сумму сделки. Подробнее узнать о торговле бинарными опционами на платформе Quotex можно из нашей статьи под названием «Как торговать цифровыми контрактами в Quotex в 2022 году». Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Возвращаясь к торговой платформе, хочется еще раз сказать о торговых активах. При желании можно посмотреть более подробную информацию о любом торгуемом активе. Для этого нужно нажать на значок информации в левом верхнем углу. В открывшемся окне можно видеть цену, процент изменения, настроение рынка, торговые условия и множество другой информации. Для новичков на платформе предусмотрен демо-счет. Перейти на него можно на верхней вкладке, выбрав демо-счет, или нажать на кнопку «Демо» на панели слева. Торговля на демо-счете ведется точно таким же образом, как и на реальном счете, а использовать можно все графические и торговые инструменты. Более подробную информацию о демо-счете Quotex можно узнать из нашей статьи, которая называется «Демо-счет Quotex». Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Возвращаясь к торговым инструментам, хочется сразу затронуть как сами инструменты, так и технические индикаторы на платформе брокера Quotex. Перейти к инструментам можно, нажав на иконку в левом нижнем углу, и в списке можно найти множество различных линий или каналов, а также инструменты Fibonacci, диапазоны, линии. Также при желании можно построить параллельный канал или какую-либо фигуру, например прямоугольник. Удалить ненужные графические инструменты можно путем нажатия на кнопку «Удалить» на панели инструмента. Помимо инструментов на платформе есть множество индикаторов, которые подразделяются на индикаторы тренда и осцилляторы. Индикаторов на платформе брокера на данный момент есть около 30 видов, а добавляются они точно так же, как и инструменты. Настроить их можно как при добавлении, так и позже.
Удалить их можно путем нажатия на крестик рядом с названием индикатора. Также для упрощения анализа можно использовать различные таймфреймы, которые начинаются от 5 секунд и заканчиваются одним днем. И также можно поменять тип графиков и выбрать зону, свечи, бары или хейкен аши. Для удобства торговли на графике можно открывать несколько вкладок. И для этого необходимо нажать на иконку плюс, после чего добавить необходимые инструменты. И таким образом между ними можно довольно быстро переключаться. Для новичков, а также для тех, кто сомневается в своем прогнозе, на платформе предусмотрены специальные сигналы. На вкладке сигналов указывается торговый актив, его направление, а также длительность сигнала. Но стоит обратить внимание, что сам брокер предупреждает о том, что данные сигналы не стоит использовать как основные, и опираться прежде всего стоит на свой анализ. Также на данной вкладке есть история прошлых сигналов, которые можно при желании проверить. В меню слева можно найти вкладку «Топ», на которой можно посмотреть лидеров по прибыли. Из данного списка можно видеть трейдеров и их прибыль, которую они заработали за текущий день. Но стоит помнить, что список обновляется раз в сутки, и поэтому лидеры будут постоянно меняться. Там же можно видеть и свою позицию перед началом списка. Если есть необходимость поменять язык на платформе, то для этого нужно нажать на шестеренку в левом нижнем углу. И также в данном меню можно настроить часовой пояс или цветовую схему. Помимо этого можно включить автопрокрутку, чтобы график всегда был на актуальной торговой свече. Также тут можно внести и другие изменения в визуальную часть платформы. Чтобы вести качественную статистику своей торговли, можно использовать раздел аналитики, который не так давно был добавлен у брокера Quotex. Тут можно найти статистику по сделкам, их количество, прибыльность и многое другое. Также раздел наполнен графиками и диаграммами прибыли, убытков и другой информации. Еще одним обновлением брокера является Market. В этом разделе можно активировать промокоды брокера на пополнение счета, отмену убыточной сделки и другие. Кстати, найти такие промокоды можно в статье о промокодах Quotex на нашем сайте, поэтому обязательно отслеживайте ее, чтобы всегда получать самые свежие бонусы и подарки. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Нажав на кнопки в правом верхнем углу или перейдя в свой профиль, можно пополнить счет или вывести прибыль. Для пополнения счета присутствуют различные платежные системы, включая банковские карты, криптовалюты и электронные кошельки. Также стоит обратить внимание, что минимальная сумма депозита на данный момент составляет $10, так же как и минимальная сумма вывода. При пополнении счета вы можете получить стандартный бонус до 35% к депозиту. Для этого необходимо ввести сумму, после чего справа выбрать нужную сумму бонуса. Можно использовать и отдельные промокоды, которые нужно вводить в специальное поле. Для примера давайте скопируем промокод из нашей статьи и внесем его в это поле. По итогу мы можем получить 40% бонуса к депозиту. Обратите внимание, что у бонусов есть условия для отработки, ознакомиться с которыми можно в этом мини-разделе. Бонусы на нашем сайте можно найти не только в статье о промокодах. В главном обзоре брокера Quotex также есть промокоды, но чтобы их найти, нужно будет постараться, так как все они спрятаны по тексту и могут быть как в начале статьи, так и в конце. Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Если вдруг у вас есть необходимость поменять валюту счета, то сделать это можно в верхнем меню. Нужно нажать на кнопку «Поменять» напротив вашей валюты и выбрать нужную. Чтобы вывести средства, нужно перейти на вкладку «Вывод». И обратите внимание, что вывести деньги получится только на ту же платежную систему, через которую пополнялся счет. И в нашем случае это биткоин. Поэтому перед пополнением обязательно стоит это учитывать, чтобы потом не возникло проблем с выводом прибыли. И давайте попробуем вывести $150 на наш биткоин кошелек. Для этого указываем $150, вводим наш кошелек и нажимаем «Подтвердить». Отслеживать историю выплат можно на вкладке «Транзакции». Там же при желании можно и отменить выплату. Более подробно о пополнении и выводе средств можно узнать из нашей статьи, которая называется «Как пополнить счет и вывести деньги с Quotex в 2022 году». Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Также очень важно помнить, что перед выводом средств обязательно стоит верифицировать свой аккаунт, так как без этого невозможно будет вывести прибыль. Верифицировать свой аккаунт необходимо на вкладке «Профиль». Для этого необходимо заполнить все поля с личной информацией, где указать только актуальные данные, так как по ним будет проходить проверка. После ввода данных необходимо загрузить документ, и это может быть как паспорт, так и водительское удостоверение,
или любой другой документ, подтверждающий личность. Поле для загрузки документов находится в данном месте, но видно его только на неверифицированных аккаунтах. После того, как верификация будет пройдена, здесь появится галочка и надпись о том, что профиль полностью верифицирован, как в нашем случае. Более подробно о верификации можно узнать из нашей статьи, которая называется «Верификация счета в Quotex». Ссылку на статью можно будет найти в описании под видео. Говоря о сделках, отслеживать свою историю торговли можно и в профиле. Для этого необходимо перейти на вкладку «Сделки», где можно будет увидеть свою историю как по реальному счету, так и по демо-счету. При возникновении каких-либо вопросов, ответы на них можно получить на вкладке «Помощь», где можно создать обращение. Также можно перейти на вкладку «Частые вопросы», где найти такие темы, как «Платформа», «Профиль», «Верификация», «Пополнение» и «Выплаты». Если в данном разделе ответ не будет найден, то можно связаться со службой поддержки. Для этого можно нажать на иконку, которая находится внизу, или же перейти в живой чат, где можно также задать интересующие вопросы. Возвращаясь к нашей выплате, спустя полчаса средства поступили на наш биткоин-кошелек, а статус выплаты поменялся на «Успешно». Конечно же, выплаты не всегда могут происходить так быстро, и иногда рассмотрение заявки может занимать до 24 часов, но, как показывает практика, чаще всего заявки рассматриваются намного быстрее. Напоследок хочется сказать, что если у вас еще мало опыта в торговле, то вы можете найти стратегии для брокера Quotex на нашем сайте. Все индикаторы для данных стратегий можно найти на платформе брокера, поэтому их не нужно будет искать или скачивать. И найти в разделе можно как сложные стратегии, так и очень простые. Ссылка на раздел «Стратегии» будет в описании под видео. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал. И нажмите на колокольчик, установив в настройках уведомления на все видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!